Меня зовут Наташа Гром, я очень рада видеть всех вас на своем канале. И сегодня речь пойдет в видео, как вы уже поняли, про прошедший фестиваль Битфест. Как вы понимаете, ровно неделю назад у нас в Москве стартанул в субботу супер-супер-мега-крутой фестиваль для видеоблогеров, который называется Битфест. И прежде чем я покажу вам кадры, которые я снимала именно, ну как вам сказать, наверное, я считаю, что это был эксклюзив, потому что у меня была возможность снимать самой гуще событий. И здесь очень много блогеров, и здесь очень много видео вместе с блогерами. Я снимала как и сцену, так и панели, которые были представлены вместе с видеоблогерами, но поделюсь своими впечатлениями, наверное, чуть позже. И все-таки хочу заметить то, что Лера Любарская, ну и, конечно же, вы ее знаете, сказала очень правильную фразу, что после Битфеста у всех будет депрессия, потому что там было настолько круто, что проснувшись в понедельник утром, ты думаешь, что это все было не с тобой, на следующий день этот бал заканчивается, и все. Как будто этого не было, и все это есть на фотографиях. Есть официальная часть, которую я хотела бы поделиться с вами, потому что практически ни у кого ее нет. И послушайте, пожалуйста, Катю Клэп и Руслана Усачева, потому что они говорят очень правильные слова. Фестиваль «Битфест», который сегодня стартовал. Меня зовут Алена Мантурина, я являюсь пресс-секретарем фестиваля «Битфест». И хотела бы представить наш замечательный президиум сегодняшний. Екатерина Владимировна Кроличева, первый зам, генеральный директор ВДНХ. Прошу любить и жаловать. Дальше, я думаю, людей без смысла представлять, вы их знаете. Катя Клэп, Руслан Зачев, Стас Давыдов. Далее я хотела бы представить Кирилла Дабинского. Он представитель Google Russia, YouTube. И Максим Сучков, бизнес-директор консалтинг-группы Polylog. Опыт, когда дается возможность видеоблогерам встретиться с их аудиторией в комфортных, организованных условиях, потому что видеоблогинг, он, во-первых, давно перерос какой-то формат хобби, людей, которые просто сидят дома и что-то снимают. При этом у них огромная аудитория, миллионы просмотров, за этими миллионами стоят живые люди, и с ними иногда очень сложно встретиться, потому что все ребята, которые снимают влоги, они могут жить по всей стране, и нужно какое-то место, куда можно было бы раз в год просто приехать на несколько дней, увидеть всех своих друзей, всех своих коллег, всех своих фанатов. И Битфест существует именно для этого. То есть мы уже по количеству посетителей перегнали наш первый год, который сейчас проходит, он уже перегнал по количеству посетителей первый год американского аналога, то есть первый пару лет вместе взятых, наверное. То есть у нас все хорошо, и я думаю, что, учитывая, что это только начало, сложно представить, сколько будет в следующем году. То есть аналогичный фестиваль на Западе привлекает десятки тысяч людей. Мы думаем, что за два дня у нас здесь тоже будет 10 тысяч человек минимум. Доброе утро, добрый день. Надеюсь, вы сегодня посетите все хотя бы корнеры, которые есть представлены. Мужчины посмотрят, как они играются, женщины, как они играют в видеоигры. Сама буду везде ходить, и надеюсь, будет возможность все очень поиграться и потрогать. Для меня, на самом деле, это огромная честь и прям патриотизм блогинга, что ли, потому что даже 2010 года, когда я смотрела аналоги на YouTube, и реально заебала, было вообще невозможно сказать, потому что там прям 12 дней, у нас 11 ночи, или, господи, наоборот, я смотрела эти все записи в 40-50 минут, когда блогер выходит и общается с аудиторией, и для меня тогда это был просто огромный шок, что человек, который сидит в интернете, в реальной жизни к нему приходит больше, чем на какие-нибудь семинары знаменитых вообще режиссеров или актеров. И вот спустя сколько, 5 лет, мне огромное счастье, что это у нас в стране есть такое. Есть люди, которые собрались также любить, как делают это там, и увидели в этом потенциал. И скажу честно, то, что я видела сегодня, я, конечно, думала, что будет круто. Ну, хотя и смотря вообще, какая там есть еда, какие корнеры и все остальное, я думаю, что мне переконали точно Запад. Ну, то есть, это очень круто. Я патриот, поэтому мне очень приятно, и надеюсь, сегодня будет, наверное, весь варил видео. Интерес медиа, такой интерес брендов, такой интерес подписчиков, сам главный людей и всех, кто смотрит YouTube, к этому феномену, он просто колоссальный на самом деле. Сейчас он находится только в начале своего пика и будет развиваться. Потому что 5 лет назад только избранные люди с доступом в интернет могли знать, кто такие видеоблогеры. Ну и как бы хотелось бы вам предложить остаться здесь на 2 дня, потому что вы сами увидите,
реально крутой мир, потому что сегодня с утра увидели по аудитории, которая пришла сегодня к нам, можно сказать, ну, что было бы преступлением не повторить этот фестиваль в следующем году. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Что вам больше нравится, самому заниматься видеоблогингом или помогать в организации? И не мешает ли это одно другому? Это очень сильно мешает, потому что последний месяц, который я спал, готовясь к этому мероприятию, я практически ничего не сумел снять. Но я надеюсь, я таю в душе надежду, что в следующий раз все будет более спокойно проходить, потому что уже есть опыт и понимание того, как правильно все знают. Когда у вас будет английский все? Мы на самом деле в самом начале еще думали. Мы, поскольку действительно из Риги, у нас много такой вот... Вроде бы как и неплохо по-английски говорим, но вроде бы как родной язык русский, мы все-таки выбрали, естественно, русский. Субтитры мы пробовали делать, но это все-таки не работает. Мы пробовали даже запускать еще один канал, где переозвучивали меня на английский, но все равно очень сложно. Очень зависит, на самом деле, все от озвучки, и, в принципе, все равно вот тот самый момент, что говорил Руслан, что он все-таки русский человек, и все-таки то, что он говорит, оно другое. Действительно, форматы есть, которые могут выходить на западный рынок. Вот тот же Миша Тиликов вчера при мне инструктировал ребят, которые, я забыл, как канал называется, ребята, которые делают всякие, всякие майки с электроникой и электрикой. Они там разбирают микроволновки из магнетронов, молниями стреляют и так далее. То есть, если они начнут это делать... Просто название на английском и какие-то субтитры, это, ну, там не нужно ничего понимать, там все видно, там все взрывается и разносится. То есть есть форматы, которые могут пойти спокойно и на запад, но мы, говорящие головы, конечно, нам с этим сложнее, нам это не светит. Почему выходить на всемирную площадку? То есть это для роста количества подписчиков? Мне кажется, что потенциал, кроме там, где мы сейчас находимся, если ты выходишь на мировую площадку, там же есть свои герои, и свои подписчики, то есть, предположим, там какая-нибудь Crazy Helping, где же большая аудитория, я понимаю, это во всем мире. И когда ты выходишь на арену, где есть уже конкуренты, соответственно, тебе нужно конкурировать. И чем конкурировать? Тебе нужно говорить на одном языке, для что-то лучше быть уникальным. А на данный момент в Америке, мне кажется, почти в каждом доме стоит компьютер, у нас, к сожалению, нет. И там есть все, у всех YouTube, все его смотрят. А момент потенциала роста есть тут. Вот пока у нас здесь не каждый человек включает на телевизор, а интернет, нужно развивать здесь это. Потому что если убираться в просмотры, а это заработок, что это сейчас важнее, то зарабатывать нужно не на всемирной площадке, а здесь развивать. Потому что в своем всегда больше просто охот. Там-то все уже смотрят, а здесь нет. И когда я помню первую сотню свою, то для меня это прям был рост огромный. У меня, например, было уже 14 тысяч просмотров на ролик, было 100 подписчиков. Это прям вау, это круто, это почетно. Человек хочет смотреть, и он, видимо, разбирается в YouTube, он сидит на нем постоянно. Он выпал из контента, который был у меня. Ну, конечно, это было очень приятно, радостно. Потом, правда, больше заморачиваешься на росте и качестве видео. То есть цифра, она приятна. То есть, когда берут интервью, ты должен как-то показать, чем ты, не знаю, важен круг. Обычно говорят, цифры, еще что-то. Да, это приходится, это приятно. Но в целом важно, сколько людей посмотрело и какой отклик. Может посмотреть 2 миллиона видео, а они, например, ничего не сделают. Никто не захочет написать комментарий, не будет никакого, не знаю, диссонанса, резонанса в публике. То есть вот это приятно, это какой-то титул, но кто-то этим кидается, кто-то просто идет дальше и растет личность. Но мне было приятно, первая 1000, я с мамой радовалась и праздновала, что я одна на создала 1000 аккаунтов ее. То есть да, это всегда приятно, и, ну да, конечно, сначала ты радуешься 10, 100, 1000, 5000. 50 тысяч, 100 тысяч, миллионов, а так что? 3 миллиона. Нет даже миллиона, поэтому ты скажи, что приятнее, 3 миллиона или 1 миллион? Я хочу сказать, что после празднования миллионного подписчика большинство команды This is хорошо больше не пьет. Примерно так мы отпраздновали 1 миллион подписчиков. Самое главное, что это люди. Вот, например, у Кати немножко такой формат другой, что, например, у нас канале This is хорошо 4,7-4,8 миллиона подписчиков. А у нас, например, действительно не так много просмотров, потому что у нас, ну, немножечко другой формат. У нас люди не так увлекаются видео. У нас давно такое легкое. Человек включил, посмотрел, и здорово. Ему, возможно, было весело, и все. А Катя, например, она больше общается со зрителями. У нее они ближе. То есть у нее, опять же, другое, ну, общение, отдача. У нее этот каждый подписчик такой чуть-чуть дороже.
любом случае. Так что у нее, возможно, там это по ценности ее миллионы куда выше, чем любые другие миллионы. Вот когда ты видишь то, что там происходит, и понимаешь, что эти люди пришли на тебя, вот это куда сильнее и жестче пробивает. Потому что в какой-то момент цифры остаются цифрами, и ты не видишь за ними людьми. А вот там за дверьми люди, и это прям круто. Я хочу начать свои видео именно с того момента, как Катя Клэп делает селфи. Заслуга ребят, которые сидят и готовятся сейчас выступать перед вами. У них сегодня будут фотосессии, автограф-сессии, конференции. Они выступают в специальных зонах для вас, ходят по залу и общаются. Ловите их. Буквально больше людей успели зайти, сдвинули на час. Так что все по расписанию, в том же порядке. Все ваши блогеры вас ждут. Это они, на самом деле, это они потребовали, чтобы все сдвинули, потому что они хотят, чтобы все, кто хотел к ним прийти, встретились. А сейчас на этой сцене пройдет встреча, круглый стол под названием «С чего все начиналось?». Наша сессия начинается
Видео вам понравилось и то, что вам было интересно. Я понимаю то, что я очень сильно торможу с выходом, так как уже все отсняли, но у меня есть очень много другого материала. К сожалению, все видео не поместилось сюда, иначе это было бы просто, мне кажется, на 1:40. Поэтому я разбиваю и буквально через 3 дня я выложу вторую часть Витфеста. Я действительно вас очень люблю и постараюсь максимально интересно показать в следующей части про сам Витфест. До встречи!